Это сейчас, значит, вешают ордена и медали просто на мундир, а раньше вешали на ленту, на этой ленте. Помните, да, как самый главный орден там нашего Андрея Первозванного висит на этой ленте, там в самом-самом низу, на бедре, почти что на бедре, орден святого Андрея Первозванного, это такой вот крест косой, да, на голубой ленте, там «За веру и верность» написано, значит, и там четыре буквы стоит, там святой Андрей, значит, отец славян, или как там, патрон славян, там потому что ПС там, и так далее. Вот, значит, славян, значит, оберегает святой Андрей Первозванный. Мы уже вам говорили о том, что город Севастополь, город воинской славы, это город Андрея Первозванного. Именно Андрея Первозванного, то есть потому что он апостол Поль. Севастополь – это апостол Поль. Мы там сейчас там тоже не будем в это вдаваться, но город апостола. А какого апостола? Именно Андрея Первозванного, потому что именно он там проповедовал, ну, по преданию христиан, он проповедовал именно в Крыму, там, ну, прежде всего в Крыму. Значит, поэтому мы говорим, что вот такой подарок там севастопольцам, что вот Севастополь – это город Андрея Первозванного. В общем, мы иногда говорим, что и Санкт-Петербург тоже город Андрея Первозванного, но сейчас не будем и в этом вдаваться, я хочу о другом сказать. Я хочу сказать, что, видите, ордена и медали, значит, висят на этой ленте. Висят на этой ленте. А это значит, что, знаете, висеть, слово висеть на латыни, пендере или пендере, сам вес пондус, а висеть пендере, отсюда выпендриваться, да выпендрить, выпендрюшь и так далее. Это значит что-то как-то ордена медали там повесить, вот, да, показать. Показать что-то, что-то да, на показ выставить, на показ, значит, висят. Так вот, самое главное, что когда они там висят совместно, совисят, вот это и есть совесть. Совестью называется внутренняя сторона косы. Или вот та коса, которая там, значит, вот эта вот голубая коса, которая там на портретах старых, видите, да, с правого плеча налево. Вот эта коса, либо голубая, либо красная, она называется совесть. На ней висят награды. Совисят, вместе висят. Обратная сторона этой косы называется зависть. А спереди она называется совесть. То есть, когда я смотрю раньше, когда еще награды были на косе, на реальной косе, на волосах, значит, я вижу со стороны бантышей, значит, я вижу зависть. Совесть не вижу, зависть вижу. Но я все равно по зависти вижу, какие именно там ордена, потому что у каждого ордена своя орденская лента. Понимаете, соответствие это полное. У этого ордена вот такая лента, у этого вот такая лента. Двух лент одинаковых не бывает, как не бывает двух одинаковых там орденов. Поэтому вижу всегда со стороны зависти, да, но когда на груди стали эту ленту носить, вот голубую, то совесть стала вот, значит, висеть на, как, на видимой части, да, это, зависти нет. Поэтому со временем вот перестали ту косую ленту носить и стали носить просто на груди награды. Просто стали на груди награды. А саму ленту стали сворачивать в пятиугольничек, особый пятиугольничек, и на этом пятиугольнике висит награда. То есть лента орденская вот собрана в пятиугольник, вот, особый пятиугольник, и на этом пятиугольнике висит награда. Как называется этот вот пятиугольная вот этот вот лента, собрана в пятиугольник? Она называется бантыш, бантыши. Сейчас или орденская планка. Сейчас стали говорить просто планка, планка, планка. Вообще говоря, ну вот, бантыш. Исходно бантыш. То есть, значит, если орден на ленте, значит, когда в косу его вплетаю,
значит, висит орден, а со стороны, с видимой стороны бантыш. Там бант какой-то, бант. Значит, пожалован таким бантом, пожалован таким бантом. Знаете, когда раньше было так, что даже могли пожаловать с бантом без самого ордена, потому что самый низкий чин какого-то ордена был просто бант от него. Просто бант от него, и все. Так вот, мы все пожалованы, вот мы все население России пожалованы бантом, георгиевским бантом. Просто мы все. Мы все, как сказать, потомки наших воинов, наших героев, наших там, наших вот бессмертных в веках героев, мы все пожалованы георгиевским бантом. Самым, так сказать, значит, мы все члены ордена георгиевского. Мы все, все население России, вообще все славяне, знаете, все, кто там воевал за веру и верность, За правое дело, значит, вот мы все воевали, и мы все до сих пор воюем. Мы до сих пор все воюем. Вот у меня, например, многие полегли и со стороны матери, и со стороны отца. Я давно уже живу на белом свете, так что застал еще, конечно, там и мать, и отец, все, там война, дяди, тети, полегло много народу. Но у нас, лично у нас, вот нам повезло, можно сказать, повезло так, в общем, такая, не знаю, как сказать, что вот повезло. Абсолютно точно известно, где погибли все. Точные адреса. А ведь у многих неизвестно, где погиб, как погиб, пропал без вести и так далее, и так далее. Так вот, поздравляю вас, дорогие там россияне, да, ваши и ваши. Мы все пожалованы этим бантом. Всякий, кто носит этот бант, уже, значит, вот носит этот бант от ордена, от георгиевского ордена. От ордена победы, от ордена, с которым там, который получали люди за беспримерную храбрость, за храбрость в бою, в нападении, вот именно побить врага. Побить врага. Наши отцы, деды его побили, побьем его и мы. Вот такое отлично, дело. Отлично, отлично. Здорово, Евгений Михайлович. Спасибо.